Привет! Меня зовут Косташ Андрей, мне 7 лет. В спорте я уже 2 года. Занимаюсь каратэ-шатакан, спортивной гимнастикой, пилоном и стрит-воркаутом. Я трехкратный чемпион Украины по карате и национальный рекордсмен по отжиманиям от пола. Мой рекорд 4000 отжиманий был внесен вот в эту книгу, а мой личный рекорд 6500 отжиманий. И я люблю кататься на роликах, на велике и учусь ездить на скейте. И еще у меня есть собственный мотоцикл. Я на нем гоняю летом. Это здорово! Когда я вырасту, я обязательно стану актером. Я много снимаюсь в кино, рекламе, телевизионных программах. Это мое самое любимое занятие. Вот это моя комната, в которой я занимаюсь по 3-4 дня в неделю, а вот растяжкой каждый день. У многих нет возможности заниматься в тренажерных залах, поэтому я покажу, как можно накачать мышцы в домашних условиях и сделать свое тело красивым. Уверяю вас, это возможно! Мои основные упражнения – это отжимания от пола разными техниками и разными постановками рук. Подтягивание разными хватами, проработка мышц, спины и пресса. Что нужно для того, чтобы накачать пресс? Самое главное – иметь терпение, силу воли и желание превратить круглое пузо в красивый рельефный пресс с выразительными кубиками. Для чего нужен пресс? Во-первых, пресс помогает мышцам спины держать позвоночник и формирует красивую осанку. А во-вторых, это просто красиво. Для того, чтобы накачать пресс, тренажеры не нужны. Упражнения можно делать где угодно. На шведской стенке, на стуле, на полу или просто на диване. А если вы на улице, вам достаточно найти трубу или просто ветку. Born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Начинающим спортсменам я советую поднимать ноги с согнутыми коленями. That I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Я делаю это упражнение с прямыми ногами. Для того, чтобы усложнить это упражнение, можно слегка согнуть руки. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby. Каждый подход я заканчиваю уголком, который держу 15-20 секунд. That I'm bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. В дальнейшем вы можете усложнять это упражнение с помощью утяжелителей.
Я в своих тренировках использую 2-килограммовые утяжелители. Самое главное в упражнении – это дыхание. Делайте глубокий выдох при подъеме ног. Каждое упражнение я делаю по 3 подхода. Kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone. Между подходами я делаю легкую разминку, растяжку и дыхательные упражнения. Упражнение «Маятник». Это упражнение рассчитано для тренировки косых мышц пресса. Обязательно следите за дыханием и выполняйте упражнения с максимальной амплитудой. Упражнение «Подъем тела с утяжелителем» только для опытных спортсменов. We'll be right back.
Это упражнение называется складочка. Нужно одновременно поднять туловище и ноги так, чтобы сложиться. Упражнение скручивания выполняется на полу. Поднимайте верхнюю часть спины, не отрывая поясницу от пола, пытаясь достать подбородком до груди. Очень хорошее и эффективное упражнение – велосипед. Надо приподнять ноги и тело. Ногами делайте движение, как будто вы едете на велосипеде. Сегодня с вами был я, Костраш Андрей. Пацаны, качайте пресс, и девчонки не будут с вас глаз сводить. Будьте сильными, ловкими и выносливыми. Желаю вам новых побед. Пока!